Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами снова Лев. Я отправляюсь домой, в Ижевск. По пути буду снимать некоторые, что-то вроде панорамы, обзор из окна автомобиля. Не отключайтесь.오빠야, 내가 진짜 좋아하는 사람이 생겨서 혼자 끙끙 앓다가 죽어버릴 것만 같아서 얘기를 한다. 눈앞에
내 아른아른 거리는 잘생긴 얼굴 자꾸 귀 애매도는 그의 촉촉한 목소리 들뜬 거니 얼굴은 어떻게 생겼는지 무슨 일을 하는지 나는 너무나 궁금해 나는 너를 좋아하고 너를 좋아하고 너도 나를 좋아하고 나를 좋아하고 우린 서로 좋아하는데 누구누구도 말을 안 해요
границу. Сейчас едем по России. Thank you.
Спасибо за внимание. Надеюсь, это видео было вам интересно. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего доброго!